Итак, большие дядьки и тетки из тех, кто помнит мелодию пионерской зорьки, и пацаны, желающие хапнуть адреналина и удовольствие от возможности поднять своими руками вещь потяжелее сотового телефона, начинаем практический курс тюнинга. Замена фильтра на нулевик действительно не сложна. Про результат, ну и собственного опыта, сочный рык движка с пшиканием клапана сброса избыточного давления успокаивает и умиротворяет соседей по сумасшедшему дому с именем «Магнитогорское движение». Так, а теперь научим авто цепляться за дорогу. Не скрою, сам еще ребенок и с нескрываемым удовольствием пытаюсь до вас донести иногда щенячий восторг, иногда и детскую обиду за непонимание простых вещей. Надо учиться доставлять удовольствие себе, любимому, своим детям и близким. Пусть это будет жизнь, насыщенная чем-то новеньким. А проблем-то у нас и так хватает.